а у мужчин красивые глаза. Внимательнее только присмотритесь. На первый взгляд спокойные всегда. Мужчинам ведь присуща скрытность. Нет-нет, не та, что подлости сродни, ведь подлеца мужчиной не назвать. А скрытность та, что всех родных хранит, чтобы тревогой их не испугать. Глаза мужские, словно угольки, горят спокойным и надежным светом. Они как будто тлеют до поры, чтобы разгореться от порыва ветра. Вдруг налетевший черный ураган зажжет глаза мужские, словно пламя. В них вспыхнет ненависть ко всем врагам. Беда тому, кто бросит в близких камень. А теплый ветерок, поворошив угли, зажжет их лаской до смешных мурашек. И столько ты увидишь в них любви, не устоишь. Будь даже ты монашка. Не важны форма их, размер и цвет, когда в мужских глазах сокрыто столько силы, в них солнце жизни и любви рассвет. Глаза мужские, как же вы красивые!